Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех. Информация. Для тех, кто хочет встретиться с нами, мы запланировали нашу встречу на среду. Друзья, 12 августа, в среду, 12 августа, в среду мы вас всех ждем. Скрин, я внизу под видео размещу скрин конкретно, чтобы никто не потерялся. Встретимся мы на месте, и в зависимости от количества людей, которые придет, мы будем решать, естественно, от ваших пожеланий тоже, будем решать, куда идти, либо в кафе, либо оставаться на месте. Так скажу для информации, чтобы знали, к чему готовиться. Если мы пойдем в кафе, то там средний счет примерно может быть, ожидаемый счет, от 800 до 1800 рублей, до 1500 рублей, извиняюсь. Вот. Так что, ребята, всех ждем, всем будем очень рады. Я также постараюсь пригласить на эту встречу других наших коллег, там, Аминозин, если он подъедет, правда, никто не ответил, дядя Слава не ответил пока ничего. Еще с Вартаном свяжусь, это балконный гитарюга. Конечно же, наша дорогая, любимая Вера будет с нами, Политвера. И насчет себя я не уверен, думаю, тоже приду. Это шутка. Хорошо, всем всего хорошего и ждем вас всех в среду.